Телеканал AMC представляет. А сейчас внимание. Убедитесь, что патрон в стволе и предохранитель снят. Вот ведь блин. Бросайте оружие! Рик! Его подстрелили! Держись, не теряй сознание. Ну же. Сестра! Он очнулся в одиночестве. Так ты не в курсе, что творится? Я очнулся в больнице и увидел все это. Его семья пропала. Лори? Лори! Лори! Карл! Но ты же знаешь о мертвецах, верно? Привычного мира больше нет. Я повидал их достаточно. Они лежали во дворе и даже в подвале. Я не о тех, кто лежит. Я о ходячих. В новостях передали о некоем вирусе. И пошло-поехало. Началась паника. Затем трансляция прекратилась. И с тех пор тишина. Твои жена и сын живы. Думаю, они ушли отсюда, в Атланту. Почему туда? Военный гарнизон, кров, пища. Он сказал людям идти туда. Сказал, что выясним, как с этим бороться. Атланта значит Атланта. Запомни одну вещь. Поодиночке они не так опасны. Но вот голодная группа... Береги себя. От Фрэнка Дерабонта. Передаю на экстренных частотах. Направляюсь в Атланту по шоссе 85. Если меня кто-нибудь слышит, ответьте. Режиссера побега из Шоушенка. И зеленой мили. Прием, меня кто-нибудь слышит? Алло? Мы на окраине города, алло? Черт побери. Люди должны держаться подальше от города. Они не догадываются, что их ждет. А также Гейл Энн Хёрд. Продюсера «Терминатора» и «Чужих». Мотивом графического романа Роберта Киркмана. У человека осталась лишь одна цель – найти своих жену и сына. Любой, кто встанет у него на пути, проиграет. Мне жаль, что это случилось с тобой. «Ходячие мертвецы». Смотрите в ноябре на новофильм.тв.